Евразийский банк развития – движущая сила интеграции и экономического прогресса на пространстве ЕАЭС+, генератор инвестиционных ресурсов и идей. Банк фокусирует свою деятельность на развитии и поддержке инициатив в энергетической, транспортной отраслях, химической, горнодобывающей промышленности, машиностроении и продвижении цифровых платформ. С момента образования Евразийский банк развития профинансировал более 220 проектов. Деятельность банка направлена на финансирование национальных проектов развития и проектов с сильным интеграционным эффектом, а также выстраивает сотрудничество с якорными клиентами, крупными компаниями, благодаря которому банк занимает системно значимые ниши в приоритетных для экономик стран-участниц отраслях. При этом финансовый институт стремится сделать акцент на тех областях развития, где он может играть важную роль и оказывать влияние на интеграционные процессы между партнерами, на их сбалансированный рост и повышение конкурентоспособности. ПАО «КамАЗ». Инвестиции были направлены на важнейший инвестиционный проект ПАО «КамАЗ», развитие модельного ряда автомобилей «КамАЗ» и модернизация производственных мощностей для его производства, в рамках которого ПАО «КамАЗ» создает компактное, высокотехнологичное производство, предназначенное для выпуска грузовых автомобилей нового поколения К5. Основные достоинства автомобилей «КамАЗ» нового поколения – высокий уровень комфорта и безопасности, современные надежные агрегаты и системы, стильный дизайн, высокая транспортная производительность и эксплуатационная эффективность. ОАО «БелАЗ». Финансирование предприятия позволит увеличить объемы производства и обеспечит дополнительные бюджетные поступления. Кроме того, благодаря реализации проекта увеличится объем взаимной торговли Белоруссии с Россией, куда поступает свыше 60% продукции «БелАЗа».